Всеволод Гаврилович Князев. Поэт. Родился в 1891 году в Петербурге, в дворянской семье. Его отец был преподавателем словесности. Учился в Тверском кавалерийском училище. После его окончания вступил в вольно определяющимся в 16-й гусарский иркутский полк, расквартированный в Риге. Приезжая в Петербург, Князев вращался в кругу богемы, сформировавшейся вокруг журнала «Аполлон» и кафе «Бродячая собака». Завсегдатые называли его между собой «Томный гусар». Там он познакомился с Анной Ахматовой, Николаем Гумилевым, Валерием Брюсовым. С поэтом Михаилом Кузьминым у него возникли очень близкие отношения, и тот посвятил Князеву цикл лирических стихотворений «Осенний май» в книге «Осенние озера», напечатанной в 1912 году. Кузьмин помогал молодому поэту в публикации его стихов. Так, в 1910 году в новом журнале «Для всех» появилось стихотворение Князева «Мне мнится», а через год увидела свет еще одно его стихотворение в журнале «Новая жизнь». Кузьмин также собирался издать в издательстве «Альциона» сборник его и Князева стихов со взаимными посвящениями друг другу под названием «Пример влюбленным. Стихи для немногих». Но проект этот так и не был осуществлен. Известны также переводы Князевым стихотворений Йоханнеса фон Гюнтера, с которым он был лично знаком. Летом 1912 года Князев без памяти влюбился в актрису и танцовщицу Ольгу Глебову-Судейкину, которая была замужем за одним из бывших любовников Кузьмина, художником Сергеем Судейкиным. Молодой поэт стал посвящать ей страстные стихи, и между ними возникла переписка, строки из которой «Любовь прошла и стали ясны, и близки смертные черты». Анна Ахматова впоследствии возьмет эпиграфом к своей поэме «Без героя». Глебова-Судейкина была ее близкой подругой. Она не только играла в театре, но и писала картины, и делала поэтические переводы. В поэме «Без героя» Ахматова использовала ее и Князева в качестве поэтических персонажей. Из-за отношений с Глебовой-Судейкиной у молодого поэта возник конфликт с Кузьминым. Отчаявшись и запутавшись в возникшем треугольнике, Всеволод Князев 29 марта 1913 года выстрелил себе в грудь, отчего и умер в больнице в Риге 5 апреля 22 лет от роду. Похоронен на Смоленском кладбище в Петербурге. Существует легенда, что во время похорон безутешная мать поэта, глядя в глаза одной стройной белокурой красавицы, громко сказала: «Бог накажет тех, кто заставил его страдать». Михаил Кузьмин кратко упомянул о смерти Всеволода вместе с другой смертью молодого художника Николая Сапунова в своей поэме «Форель разбивает лед». «Художник, утонувший, топочет каблучком, за ним гусарский мальчик с простреленным виском». В 1914 году отец погибшего поэта собрал и опубликовал его сборник «Стихи. Посмертное издание». Поэт Георгий Иванов также почтил память Всеволода такими строфами. «Вновь соловьи засвищут в тополях, и на закате, в Павловске или в Царском, пройдет другая дама в соболях, другой влюбленный в ментике гусарском, но Всеволода Князева они не вспомнят в дорогой ему тени».
последней сладостной стрелы. Я говорю тебе, о, мучай мне и мучения светлы. Я говорю тебе, в разлуке близка ты будешь так же мне. Тобой целованные руки сожгу, захочешь на огне. Захочешь, я уйду в пустыни и буду петь и петь хвалы, и будет солнце мне светить.